И о том, что за пределами Казахстана полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в организации взрыва на автовокзале Манхэттена Порт-Аусорити, недалеко от Таймс-сквера. Им оказался 27-летний Акаед Улла. Как сообщает телеканал ABC, четверо человек ранены. Взрыв случился в час пик в одном из самых оживленных районов города на пересечении 42-й улицы и 8-й авеню. По сообщению местных СМИ, взрывное устройство небольшой силы сработало в пешеходном переходе. Представители правопорядка пока не могут определить, что именно привело к взрыву. По предварительной информации, у задержанного была вторая бомба. Сейчас район оцеплен, проходит эвакуация пассажиров. Внезапно я увидела толпу бегущих людей. Их было примерно шестеро. Женщина упала, но из-за паники никто даже не попытался ей помочь. Потом, когда все успокоилось, я увидела полицию и солдат. В такие моменты ты осознаешь, что что-то случилось, но не понимаешь, что именно.